туда. Финал, второй сезон. Я только что показал, как сегодня выступать не надо. Потому что мне было лидера. Так как я, выступать не надо. Потому что все участники и участницы, которые... Вернее, участницы и один участник, который до нас дошел, один в последний момент выпал, остался в Болгарии по какой-то неведомой причине. Да, Арина? Наша известная и знаменитая Леди Гага Уз. Да. Он остался в Болгарии. Я думаю, испугался. Хотя пытался несколько раз прорваться в финал, прорвался в него все-таки, но остался. Поэтому у нас сегодня 6 участниц и участник. То есть всего 5 участниц и 1 участник. Поэтому я хочу попросить вас поаплодировать тем 6 смелым, которые добрались до этого финала, который проходит в рамках фестиваля ЛГБТ Молдова Прайд 2016. Второй сезон «Караоке битвы». В прошлом году это было яркое и фееричное шоу. Я надеюсь, в этом году оно будет не хуже. Сегодня у нас и участницы, и один участник, они либо являются членами ЛГБТ-сообщества, либо союзницами. Поэтому конкурс наш открыт для всех. Приходите, участвуйте. Если вы пройдете отборочный этап, который проходит раз в неделю, попадете в полуфинал, а потом из полуфинала в финал, то можете оказаться на этой сцене во время прайд-фестиваля Молдова Прайд и сегодня побороться за первое место. А первое место, приз за первое место, это путевка на курорт «Солнечный берег» в Болгарию на 7 ночей и 8 дней, щедро предоставленную нашим спонсором «Пугачёва Тур». Пугачёва Тур, вот для вашего отдыха. Я наконец-то выучил эту фразу, а то я все время путал. Говорю все время мелодия вашего воздуха, да? Мелодия у нас... Ты, сын, ты дождь, и мой, 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 и
На эту сцену гостю из Киева, который исполнит для нас замечательную песню «Аллилуйя». Мария Кацева.
Жители на высоте, как
61 баллов. Сегодня у нас аплодисменты. Инга! Прекрасно. Так что, второе место? Да. Второе место, но я думаю, что второму месту очень повезло. Потому что даже если она не поедет в Болгарию, она поедет ко мне. Лаура, 63 балла! Текс. Что, молчать? Директор? Я не директор, я Арина. Ты не директор, ты Арина, но путевку кто дает? Пугачева Тур. А ты кто? Арина Пугачева. Вот. А я Алла, только не Пугачева. Алла не Пугачева, а Арина Пугачева. Давай, Арина. Спонсор нашей караоке битвы, который предоставляет главный приз, путевку на курорт Солнечный берег Болгарию на 7 ночей, 8 дней. Пугачева Тур, мелодия вашего отдыха. И еще с питанием All Inclusive. Ну что, Татьяна, мелодия нашего отдыха. Выходите. Аплодисменты для Татьяны, победительницы второго сезона караоке битвы. Для всех наших конкурсантов и конкурсантов, для тех, кто заняли призовые места, для тех, кто принял участие, для тех, кто принимали участие во всем сезоне и приходили сюда и пели, участвовали, показывали свои вокальные данные. Информация Кинорд.фм Алексею Петровичу Марчукову. Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз разрешите поздравить всех вас с Прайдом, который подошел к финальным минутам, даже я бы сказал, может быть, даже секундным. В принципе, Настя уже сказала, все получилось, слава Богу, что все живы, здоровы, что и сюда пришли. Поэтому это вот последнее мероприятие. Не забывайте, что сегодня еще Suffer Sex Promotion Party. Выйдет еще сюда Наташа с призами. Будет еще у нас Травести Дивы, поэтому все впереди. А сейчас мне остается сказать несколько слов. 15-й фестиваль сообщества ЛГБТ в Молдове. Объявляю закрытым.